знаешь, наша жизнь, она как свеча. У кого-то короткая, у кого-то длинная. И может погаснуть в любой момент.
Единственное, что мы можем сделать, зажечь свечу, значит отбросить тень. Так беспомощно грудь холодела. Но шаги мои были легки. Я направила руку на перчатку. Показалось, что много ступеней. А я знала их только три. Между кленов шепот осенний попросил. Я взглянула на темный дом, только тускло горели свечи равнодушным желтым огнем. Thank you.
Не лица разнятся, а свет различен. Одни подобны лампам изнутри освещены. Другие же подобны всему тому, что освещают эти лампы. И в этом суть различия. Но тот, кто создал этот свет, одновременно и не без оснований создал и тень. А тень не просто состояние света, но нечто равнозначное и даже превосходящее его. Любое выражение лица, растерянность, надежда, глупость и даже маска спокойствия не есть заслуга освещения или мускулов лица. Только эти две вещи, тень и свет, нас превращают в людей. Не правда? Что ж, поставьте опыт. Задуйте свечи, опустите шторы. Чего во мраке стоят ваши лица? Thank you.
каждом доме, друг, есть окно такое. Крик разлук и встреч, ты окно в ночи. Может, сотни свеч, может, три свечи. Нет и нет уму моего покоя. И в моем дому завелось такое. Помолись, дружок. Окно с огнем. Завелось!
Иногда наш огонь гаснет, но другой человек раздувает его. Мы бесконечно в долгу. Все люди светятся, но мы этот свет не видим, и стоит уйти в кромешную тьму пещеры, закрыть глаза, и в зависимости от вашего настроя вы сможете услышать.
Пламя не вызывает желания прикоснуться к огню. Но цвет свечи как манит, так и убивает без возврата. Не всякий огонь есть свет, ибо свет истина. А огонь может быть вероломным. Вы думаете, он исцеляет? А он испепеляет. Oh,
Я забывал свое волнение, и сердцем радостно светлел. Пришел, как жизнь короткий, прощальный тихий вечер.
Как этот мир